Всем привет, меня зовут Николай, с вами интернет-магазин спецармии и ООО «Альфа-спецснаряжение». Сегодня я хотел бы поговорить о разгрузочном жилете «ЖУК». Если вам не требуется выполнять каких-то серьезных боевых задач, а требуется перемещение налегке, этот жилет оптимально подходит для выполнения таких задач. В нем нет ничего лишнего. Сейчас я покажу, как он смотрится на человека. Одевается он очень легко, имеет специальные мягкие крепления в районе плеч. Также он застегивается специальными застежками, что позволяет, позволяет держаться ему на вашем теле, не дергать. Все подсумки находятся под рукой. Он предназначен для 6 магазинов под АК. Каждый подсумок имеет место для 2 магазинов АК. Есть боковые карманы, их можно использовать также под дымовые гранаты, под световые, но также их можно использовать под магазины АК. Жилет ЖУК можно крепить при помощи специальных креплений к ремню для большей фиксации разгрузки. Крепкий пояс. У нас крепление на липучке. Подбивайте вокруг пояса и фиксируйте его с двух сторон. Это позволяет разгрузке еще плотнее сидеть на теле, она никуда не перемещается. На пояс также можно зафиксировать специальные подсумки или дополнительные элементы вашего снаряжения. Сейчас я сниму разгрузку и покажу вам вблизи более подробно по карману эту систему. Подсумки под АК имеют втяжки, которые позволяют уменьшить шум, не дают магазинам греметь во время перемещения. Также они фиксируют один магазин, который остается после изъятия второго, что не дает ему выпасть из подсумка. На плечевом креплении есть смягчающая лента, которую также можно использовать при спуске на веревку. Вы можете ее отстегнуть. Она имеет липучку по всей длине. Снять, зафиксировать на веревке, спуститься. Также, если она придет в негодность, можно ее заменить. Разгрузочную систему ЖУК можно носить и без этих смягчающих лент. Но с ними удобнее. Так, также обратно спокойно фиксируем. Они двигаются по всей длине, поэтому если люди имеют больше размер одежды, они могут переместить как им удобнее. Также наша система имеет специальные карманы. Сюда можно сложить маску, документы, имеется клапан, маску, документы, карты, все, что вам удобно. Имеется 2 кармана сбоку, сюда можно положить дымы, световые гранаты, инвентарь, зажигалки, сигареты. Боковые подсумки можно использовать под гранаты, либо также под магазины АК. В общей сложности в эту разгрузочную систему влазят 10 магазинов АК. Все подсумки имеют специальные сливные отверстия. В случае, если вы попадете под дождь или упадете в лужу, вся вода стечет с этих подсумков, она у вас не накопится в вашей системе. Также разгрузка имеет регулируемый пояс для фиксации на теле, что не позволяет вашей разгрузке отходить от тела, а спокойно, крепко держится, не болтаясь. На одном из сайтов французы разместили фото, где они располагают магазин не так, а в таком положении, что позволяет поместить в подсумок на один магазин больше. Получается, что у нас в каждом подсумке не 2 магазина, а 3. Следовательно, комплект переносимого количества магазинов увеличивается. Это все, что я хотел рассказать о разгрузочном жилете ЖУК. Если у вас возникнут какие-то вопросы, задавайте, я постараюсь ответить на них в следующем видеоблоге. С вами был Николай, интернет-магазин спецармии и Альфа спецнаряжения. До свидания.